Рубен Леонович Дзержищан предложил мне поучаствовать в нескольких проектах. Я сценарист, режиссер. И я среди всех персонажей, которые мне были предложены, выбрал Арам Лича. Потому что мне он был близок с детства. Мне казалось, что я понимаю его музыку, его мир. Наивно полагал, потому что это все гораздо глубже, чем приходится на первый раз. И речь шла о сериале. И сначала мы написали, то есть я написал, и для компании Рубен Леонович написал, был посерийный план очень плотный, и были две серии написаны. Но, к сожалению, российское телевидение не увлеклось этим проектом. Но в части того, что это не удовлетворяло меня и Рубена Леоновича, потому что любое историческое полотно, скажем так, оно все-таки нуждается, как вы понимаете, в каком-то серьезном материальном обосновании. Этого не произошло, канал «Культура» и Первый канал все как бы с уважением отнеслись к этому проекту, но финансирование мы не смогли получить. И тогда вот у компании возникла идея вместе с коллегами из Еревана, из Армении, попробовать сделать полный метр, полнометражный фильм. Мы сделали сценарий, подали его на господдержку в Минкульт России и неожиданно получили очень бурную такую вот поддержку, что вот нас совершенно удивило. Потому что сказали, что мы просто обязаны поддержать этот проект, эксперты говорили, и что было невероятно приятно, и мы начали подготовку и сделали то, что вот вы сейчас увидели. Она была очень сложная, эта работа, потому что основой любого сценария, как вы понимаете, это есть драматическая ситуация. В случае с Арам Ильичем это довольно сложно, потому что Арам Ильич был невероятно мудрый человек, может быть, на одну ступень мудрее, чем Сталин. И когда речь касалась создания какой-то истории, да, понимаете, там сцены, сюжета, было очень трудно подступиться. Пока я, значит, не погрузившись в историю советской музыки, биографию Арам Ильича, которая на самом деле, она, вот я видел 27 фильмов, они одинаковые, прям как будто под копирку сделаны. И нет совершенно конфликта. Кино без конфликта быть не может. И вот я набрел на историю, которая для меня обозначилась в очень серьезном таком ключе. Я, во-первых, увидел интервью Ростроповича американскому телевидению. Уже после смерти Арам Ильича он сказал, что Хачатурян страшно переживал геноцид, тогда еще не назывался геноцидом, резню армян, и что это было его болью, но он не мог это обнаружить, поскольку был человеком публичным. Он занимал 14 должностей в разных журналах, театральных, музыкальных, он был членом коллегии, помимо этого он занимал пост, вы знаете, второго секретаря Союза, во время войны он был, он руководил комиссией по эвакуации. Так что это был очень такой общественно активный человек. И когда вот я... Что, мне в рот ее взять? Потому что я громче не могу говорить, микрофон. Вот. И тогда вот возникла вот эта идея, я нашел ее о том, как во время работы над завершением работы над балетом Гайне поступил от директора театра, поступил приказ сделать еще один танец. И вот эта вот драматическая ситуация, когда человек, ну как бы он считал балет законченным, тем более вы понимаете, что это же был сначала был балет «Счастье», и вот на основе музыки балета «Счастье», не на основе либретто, а на основе музыки был сделан этот новый вариант балета, который назывался «Гайне». И вот он за 8 часов в дикой ярости, он ругал всех, он ругал Анисимову, он ругал директора театра Брагина, он говорил, что это все пошло, что это невероятно, что он же очень следил за лейтмотивом симфоническим, да, вот в балетах даже. И для него это было важно, как для художника. А тут нужен какой-то еще один танец. И вот он, можно сказать, в раздражении сделал свое, как он называл, шумливое дитя. И вдруг это вот, как оказалось, пробило весь мир, и это сейчас вот видели титр, это самое исполняемое произведение в мире.
Я про эту картину могу говорить долго, знаете, поэтому давайте вопросы. Очень интересно, говорите. Да. Несколько фактов вот нам неизвестных про, ну, если да, давайте, да, давайте я вам проясню то, что вы видели, например, да? Он, давайте я возьму в руку, да? Что, громче? Вы не слышно? Извините, пожалуйста. Словом, вот, например, история, о, как хорошо, даже я тебя слышу. История, например, с Ойстрахом и Шостаковичем. Это реальная история, но она произошла в несколько других обстоятельствах, потому что, когда они ехали в эвакуацию, их ограбили. У них украли все продукты, которые были. А там ехала Мисковский с семьей, Хачатурян с Ниной, Александровной. Значит, то есть, понимаете, ехала, и там, ну, как бы весь свет, который остался в Ленинграде, он выехал последним эшелоном. И когда их обокрали, надо было как-то кормить семью, и они придумали по предложению Ойстраха выйти на любой станции, где они останавливаются. Остановки были очень длительными, как вы понимаете, в то время. И они играли, зарабатывали, там, не знаю, яйца, там, хлеб, что-то такое, что помогало им как-то это выжить. История с балериной, она, к сожалению, вот в сериальной части она прописана более подробно. Она основана на том, что как-то он, и это в сериальном варианте есть, он смотрел балет, ему не понравилась там одна статистка. Он говорит, она слишком яркая, ее нужно задвинуть куда-нибудь подальше. И она очень обиделась, и в конце, в результате, она добилась того, что, ну, не через Хачатурян, она добилась того, что она стала в ГНА танцевать серьезную партию, там, по-моему, Айше. Вот. И мне показалось это любопытно, потому что он как бы задвигал девушку, а девушка, ну, значит, пошла по преодолению, так же, как живой сам Хачатурян, и добилась, чего хотела. Персонаж, которого играет Арман Навсардян, он выдуман. Но я думаю, что такому художнику, как Хачатурян, нужен был свой Санчо Панса. И вот я придумал этого человека, и он, по-моему, во-первых, блестяще справился как актер, душевно слился с персонажем и со своим Дон Кихотом. Ему огромное спасибо за это, он очень невероятно талантливый человек, дай бог, чтобы мы еще поработали. Спасибо. А все остальные истории, ну да, вот по поводу Пушкова. Пушков, ну, как бы тоже персонаж выдуманный, но, как понимаете, он в себя вбирает очень много чего из той эпохи, и его вот как бы роль, когда меня покойный Саша Кузнецов спрашивал, все-таки любит он эту балерину или не любит? Я говорю, Саша, по-моему, не любит. Он говорит, а почему? Что он такой презренный тип? Я говорю, нет, дело не в этом. Дело в том, что он любит Хачатуряна. И не той любовью, про которую можно легко подумать, а именно завидуя тому, что он делает вещи легко, талантливо, как Моцарт, это из него там льется, а он не может. И поэтому вот этот вот удар по клавишам, это как бы прощание с попыткой внедриться в культуру. И то, что он соблазняет эту, не соблазняет, а получает эту балерину, это только месть Хачатуряну, чтобы в позитивном смысле, я вообще говорил ему, Саш, он соблазняется для того, чтобы она не мешала Хачатуряну, чтобы Хачатурян продолжал писать. Вот. И еще маленькая деталь в связи с этим вопросом. Просто мне стало любопытно, выдумка ли режиссерская вот в последних кадрах, когда на Хачатуряна нападают и с ножом, с пистолетом. Это выдумка или на самом деле было так? Ну, вы знаете, это в те времена, да, в те годы, могло быть все что угодно. И если вы помните, в первой сцене уже Георгий говорит, что нашего художника ограбили, сняли пальто, шапку, фашисты. То есть вот этот какой-то криминальный подтекст там был. Мне нужен был, как сценаристу, мне нужен был финал, который показывал о том, что он даже в этой ситуации, находясь под ножом, там, под пистолетом, он продолжает, у него в голове крутится танец с саблями, он продолжает танцевать. И это такая особая художническая стойкость, которая мне была важна очень, потому что Арам Ильич для меня невероятно мощная фигура, это такой возрожденческий тип. Я все время вспоминаю, как он в его воспоминаниях он писал, он пришел на концерт, это было в Италии, пришел на концерт, а следом должно быть его уже выступление.
Ему говорят, с концерта уйти, переодеться, съездить в отель, переодеться. Он говорит, нет, я что был, там буду, но я дослушаю это. Это была такая воля такая, он проявил это. Ну, просто мне очень много чем пришлось любоваться, пока я его изучал. Мне интересно, как вы выбрали актера, вы почему вот именно Баснова Кабанин? Кабанин. Ну-ка, правду. Ну, во-первых, он зануда, он мне доставал все своими, писал в Фейсбуке. Но на самом деле мы посмотрели здесь вот прекрасно, я не знаю, здесь есть или нет, Адам, наш кастинг-директор, который привозил мне всех самых лучших актеров, которые только есть в Армении, мы тащили всех. Я поставил себе закон, что будет исключительно армянин, никаких французов или евреев, а только армянин, мне было это очень важно, поскольку у меня отчим был армянин. И я хорошо чувствую, мне кажется, что такое армянин, что такое не армянин. Правда, разницу между сочинскими армянинами и ереванскими я не чувствую, но это не страшно. Так вот, пришлось все это очень перелопачить. У нас были персонажи, которые мы отобрали, их было три. Я сейчас не буду их говорить, один из Америки, один московский, один вот сочинский, так сказать. Они все предлагали разные, для меня, как для режиссера, разные варианты решения этой истории. Был бы один, это была бы история такая более, скажем, бытовая, да. Был бы другой, она была такая была суперэлитарная, да, там, непознаваемая, не сообщаемая никак. Самый симпатичный для меня вариант был с Амбарцом, поскольку он мне давал стиль. Я понимал, как я буду решать все остальные сцены. И Амбар Цум, конечно, пострадал очень от меня, потому что манера моей работы с актером, она, как правило, связана с тем, что я хочу, чтобы зритель докопался до него, что не чтобы он станцевал перед зрителем все возможные танцы мира, а чтобы они докопались до него, додумались до его проблемы, при том, что он симпатичный парень, чего не докопаться. А почему он больной? Это я не знаю, у него была язва. Вообще у него была язва у Хачатуряна. И вот эта вот история с его попаданием в госпиталь, она реальная. Вот, конечно, он в феврале 42-го года, еще до всех этих, только переехали они, когда в эвакуацию под Свердловском, он с семьей отправил, он работал на радио. Он отправил семью в деревню, а сам попал в госпиталь. Я просто все это объединил, понимаете, ну в картине это все должно быть как-то очень... А кого он оставил в Ленинграде? Там есть такие слова, я даже не смог как-то помочь. Он не про Ленинград говорит, он говорит про Свердловск, про деревню Свердловск. С женой и своего сына Карена Реника, вот, которому мы с ним очень сотрудничали занимательно. Он абсолютно противоположная. Ну, копия своего отца. То есть, как вот. Понимаете, он очень осторожен, но он при этом не так активен. У него нет столько забот, он не пишет музыку, например, да. А Рам Хачатурян, он, при том, что он был невероятно осторожен, что это, я повторяю, это является для меня признаком мудрости. Этим отличались очень многие гении того времени. Вот. И он, когда дело касалось друзей, он делал все. Он делал это все осторожно, чтобы друг не пострадал. А с Кареном мы последний раз виделись, пока были дни Армении в Москве, в прошлом году осенью, и привезли балет Гайне. Я его не называю балетом, я называю его танцевальной сюитой, потому что там ничего, собственно, не осталось, кроме музыки. Хореография новая, костюмы, декорации, все новое. И мы с ним встретились, обнялись, я говорю, Карен Рамович, вы знаете, у меня такое ощущение, что балет Гайне – это единственный балет в мире с непредсказуемым либретто. Каждый раз новая история, каждый раз Гайне по-разному выглядит. А то у ней Гико брат, то муж, то жених, то они геологи, то хлоп коровы, понимаете, в разных ситуациях они по-разному выглядят. Барцу, у меня к вам вопрос. Как вы готовились к этой роли? Потому что, в общем-то, ответственно все это было. Ну, для меня это было очень волнительно и страшно, но я сам хотел, сам настоял, чтобы я работал в этой картине.
И это была правда, что я писал и Юсупу, и нашему продюсеру Рубену, что я должен играть Арама, я чувствую, я это сделаю. Не знаю, насколько я справился, но товарищ режиссер хвалит. Вот. А я не знаю, это был какой-то внутренний зов. Я не знаю, может быть, это что-то родное. И для артиста сыграть живого человека, величину такую, это, ну, всегда интересно. И это сложно, конечно. Я когда писал, что я хочу, мне при этом было и страшно. А смогу ли я? Если не попробуешь, то ты не узнаешь, сможешь ли ты. Как я готовился, ну, у меня было мало времени готовиться, потому что я достаточно много занят в театре. Но мне моя прекрасная жена купила все дневники, обложила меня книгами, я читал, а потом я сказал, не в дневниках дело, а нужно внедряться в сценарий и понять, что хочет сказать режиссер, мне кажется, это главное. Вот Арамом мне не стать, а передать то, что хочет режиссер, вот это было, мне кажется, главной задачей для меня. Не страшно было? Нет, нет, потому что Юсуп набрал прекрасную команду, и на площадке была всегда такая атмосфера любви, и не было страшно никогда отдаваться камере, крупные планы. Единственное, я всегда спрашивал, додаю ли я энергетически, потому что у меня мало слов в картине, и вот дает ли мое лицо, я не знаю, глаза то, что нужно. Вот это я не мог понять. Но Юсуп говорил, что работай. Вы сами удовлетворены? Мне, как принято у нас в актерской среде говорить, не от себя не тошнит, но пара сцен есть, где мне немножко хочется отвернуться от себя. Всего пара? Конечно. Конечно, это великое счастье. Это не обсуждается для меня. Сколько лет было вашему герою? А мы почти ровесники. Ровесники? Ровесники. 39. Ему 35, а Араму Ильичу было 39. А что самое сложное для вас в течение? Холодно ему было? Мне было холодно. На самом деле ничего не было сложного. Ну, потому что я сразу почувствовал Юсупа. Ну, то есть был контакт с человеком. И мне понятно было тот конфликт, который хотел передать Юсуп за 8 часов написать. Вот. Все вот эти переживания, они мне как артисту самому понятны. Ты композитор, артист или художник всегда. Мы испытываем одни и те же чувства. Пишешь ты музыку или пишешь картину. И это мне понятно. Там ничего, в принципе, играть и не нужно было. Ну, вы сказали, что вы прочли дневники. Да, я ничего не помню. Нет, я хочу спросить, вот каким для вас, кто для вас работает, как человек? Ну, расскажите нам. Ну, я, наверное, скажу банальности, это не стоит говорить, что он великий, прекрасный. Да, да, я не знаю, мне кажется, он... Сложный человек? Да. Он наполнен любовью. Для меня, для Амбарцума, это самое главное. Если нет любви в каждом твоем шаге в отношениях к людям, то смысл тогда нашего с вами общения. Вот у него это заложено во всем. Вопрос господину Асардяну, два вопроса. То есть первый вопрос, что для вас было играть в таком фильме шедевре, тем более вы представляли фактически Армению. И второй, вот вы сейчас руководите также театром, что можно получить и какой обмен опытом может для вас стать участием в этом фильме? Второй момент лучше. Кво хитрое, то что-то понимаю. Давай по-русски. По-армянски у меня
получается. Я очень уважаю, да, язык Пушкина, язык Достоевского, язык, но почитаю, чтобы я... Ну, пожалуйста, сейчас он будет на стол поливать. На армянском будет говорить? Да. А я понимаю по-армянски. Да переводи. Юсупу, да. Դիհակ ինձ համար մեծ պատասխանատվություն էր նախ ստանձնելը այդ դերը և հանդես գալ այդ կերպարում, մանավանդ որ և հետաքրքիր էր ինչ առումով, որ այդ կերպարը հնարած կերպար էր և պատմության մեջ մեզ հայտնի չի, գուցե եղել է նման մի մարդ Արամ Խաչատրյանի կողքին, բայց պատմությունից մեզ չի հասել այդ տեղեկությունը. Աշխատել եմ սովորական, ինչպես աշխատում են դերասանները, առանձնահատուկ ոչինչ չեմ արել, այլ եմ ինչ որ կարող էի անել և շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ինձ ընտրելու համար, որովհետև գիտեմ բազմաթիվ թեկնածուներ են եղել, հիմա ինձ են ընտրել, ինչի համար շնորհակալ եմ և կարծում եմ, որ գոնե իմասով կարողացել եմ արդարացնել այդ սպասելիքները. Շնորհակալություն Սուրբազիկովին և այն մարդկանց, ովքեր վստահել են։ Ինչ կարող է տալ թատրոնի փորձի փոխանակում անարան։ Ինչ կարող է տալ, ասեմ, մենք ֆիլմի ռուսաստանյան բլոկը նկարել ենք Յարոսլավլ քաղաքում և անցյալ տարի այդ կապերի միջոցով թատրոնը գնաց Յարոսլավլ հյուրատեսի։ Գիտեք, կինոն ունի այդ շրջանակները, որի որտեղից չպետք է դուրս գաս, որի մեջից, որի արանքներից չպետք է փորձես դուրս գալ, և դա իհարկե կինոն պարտադրում է որոշակի չափեր և որոշակի ստանդարտներ, և դերասանի ստեղծագործական միտքը իհարկե կինոյի գլխավոր դերակատարը դա Բեմադրիչն է, գլխավոր բեմադրող ռեժիսորը, այսինքն դերասանը կինոյում ընդամենը կատարող է հիմնականում, բայց ես չեմ կարծում, որ այս իմ կերպարը հայի տեսակը նսեմացրել է այս ֆիլմում, ուտե կանրման բալանս է քեզ ես դշնորհակալ այո, վերջին տարիներին մենք հայերին տեսակ շատ վատ վիճակում են, այո, ցույց տալիս, բայց ես կարծում եմ, որ այդ տեսակ միտք չի եղել. Եվ ես ինչու եմ նաև շնորհակալ Յուսուպին, որովհետև մարդը մեզնից լավ գիտեր Արամ Խաչատրյանին, գիտեր բաներ, որ ես չգիտեի, գիտեր բաներ, որ և հետամուտ են եղել, իհարկե ուներ այդ իր, ինչպես ասենք, հոնցակոչում, հա, երմանկությունից եկած այդ հիշողությունները, Հայաստանի հայերի մասին և ուղնուցուցով սիրում է հայերին, սիրում է Հայաստանը, հայ մշակույթը և դրա համար ևս շնորհակալ ենք և շնորհակալ են նաև ես ուզում շնորհակալությունը հայտնել այն մարդուն իր երկրորդ հայրիկին, որ բախներս բերել է, որ կարգին մարդ է եղել և այն տեսակ մարդ է եղել, որ այս մարդը սիրել է Հայաստանը։ Ես նվագում եմ, ես գիտեք ինչ, ուզած բան կարող եմ էլի, փորձել անել, հիմա նվագում եմ, դուդուկ կարող եմ նվագել, կլարնետ կարող եմ նվագել, զուռնա կարող եմ նվագել, խտում եմ, դերասենարով է, թարջութակը չէ, Да, я слушаю вас. Во-первых, спасибо большое за картину, за фильм, за ваше отношение. Спасибо. Ваша чувственность чувствуется в фильме, как вы любили, как уважали и какое у вас
трепетное, наверное, было отношение вот во время работы. Это чувствуется. А вот какой вопрос у меня. Там кадр один, вот там показывает небо и засохшее дерево. Что вы хотели? Деревья. Да. Дерево очень много. Подвалило. Да. Что вы хотели этим сказать? Вот я не поняла. Листья нет. Но они крутятся, вы заметили, они в ритме вальса крутятся, эти деревья. Ну, понятно, но что у вас внутреннее это чувство? Как... У меня внутреннее чувство было только одно, что музыка Хачатуряна оживляет эти мертвые деревья, они начинают танцевать, я тоже так начинают думала, кружиться. Что, подсказ – хорошее небо, чистое небо. Да, голубое такое. Хотела уточнить, там отношение доброе какое-то, все-таки вот небо хорошее. Нет, это вот единственное ощущение, которое вы правильно уловили. Это, конечно, то, что музыка, прекрасная музыка оживляет природу. Оживляет природу, но я поняла, что вот внутренняя часть жизни, да, засохшая, какая-то еще не оживленная. Музыка дает нам чувство понять, что будет хорошо. Но в данный момент это не так. Но если вы помните, там есть слова Сашеньки, которая говорит, что мне кажется, что ваш вальс о чем-то предупреждает Нину о ее трагической судьбе. Да. То есть тут какая-то попытка была это все объединить в таком виде. Я хотела уточнить это. Спасибо вам за вашу оценку. Спасибо. Просто небо и засохшее дерево как-то не сочетаются. Да, конечно, все. И танец розовых девушек. Что-что? Нет, у меня были консультации, но такого общего порядка, но конкретно в картину все музыкальные фрагменты и балетные тоже выбирала сам, да. И огромное спасибо театру Спендиарова, которые нам помогли, главному хореографу, которые нам помогли восстановить. Вы представляете себе, что Гаене 42-го года – это совсем другой балет. Другие костюмы, другая хореография, другие декорации. Это все совсем другое. То, что мы видим сейчас вот у вас – это прекрасная сюит. Я совершенно с ней ей заворожен. Там в ней нет ничего меня, там, скажем, удушающего, даже наоборот. Это очень логичный и правильный подход к драматургии балетной. А то, что было раньше, надо было, мы просто выбрали, например, для танца розовых девушек вариант вагановской школы. Танец с саблями нам тоже пришлось собирать из головы, потому что он имеет невероятное количество вариантов хореографических.